В начале видео хотел бы всех поблагодарить за моральную и материальную поддержку. Всем большое спасибо. Итак, мои друзья, сегодня я буду ремонтировать этот Volvo. Задние двери и заднее крыло будут заменены. Ладно, загоняю машину в мастерскую и начинаю ремонт. Разбираю. После разборки вытягиваю поврежденные места заднего крыла. Вытяжкой я закончил, удаляю заднее крыло. Эти внутренние поврежденные детали тоже заменю.
Итак, поврежденный металл с машины удален. Теперь возьму нужные детали с донорского куска. Итак, есть машина и есть детали. Время сваривать. Сначала привариваю усилители. Усилители приварены, теперь устанавливаю заднее крыло, выравниваю зазоры и перевариваю. Зазоры чудесные, свариваю. Сварочные работы закончены.
Владелец попросил немного подшпаклевать и покрасить места соединений. Все отлично. Теперь ставлю дверь, бампер, сзади фонарь. Моя работа закончена. На эту работу ушел 31 час. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!